Приветствую, друзья! Заходите на наш канал Pride Gas. Мы расскажем вам о том, что такое ГБО, как его выбрать, где лучше заправляться, нужно ли его регистрировать и многое другое. Также сейчас мы проводим конкурс с ценными призами. Главный приз – установка ГБО на ваше авто. Переходите по ссылке в описании и участвуйте. Привет, друзья! Рад сообщить вам о том, что видео нашло свое продолжение об инспекторе Ковадло. Данный инспектор у нас фигурировал в последнем видео, в котором он бросил водителя об асфальт за то, что тот не предъявил ему документы. После выхода этого видео многие в комментариях задавались вопросом, что же это за инспектор. Все хотели знать больше подробностей, чем закончилось это происшествие. Но так как видео было совсем свежим, оно вышло буквально на следующий день после того, как это случилось, никаких подробностей не было. На почту буквально после этого видео посыпались мне сообщения от людей, как это часто бывает, кто опознал своего обидчика в видеосюжете, подробности, что же это за инспектор. Очень много всплыло информации о том, какие правонарушения он совершал до этого. Оказалось, что у данного инспектора существуют уголовные дела в прокуратуре, но об этом я сейчас расскажу подробнее. Значит, начнем с того, что вышел со мной на связь Евгений. Евгений – это человек, который тоже ведет свой канал в Ютубе. Я записал, сделал себе пометки здесь. Ютуб-канал называется «Неправовое государство». Я оставлю обязательно ссылочки внизу. Посмотрите, очень много интересной информации у него. Оказалось, что данный водитель Евгений встречался с инспектором Ковадло. И сейчас в прокуратуре находится уголовное дело на данного инспектора за то, что инспектор Ковадло ровно таким же методом, как мы видели с вами на видео, достал его с автомобиля и вменил ему статью непокору, как они все любят пользоваться этой статьей, в любой ситуации называется, в которой ты не знаешь, что делать шею водителю непокору, и это все проскочит. Но с Евгением так не получилось. Значит, я вам вставлю сюжет с канала Евгения, где его вытаскивают с автомобиля. В принципе, ситуация точно такая же, как вы видели в предыдущем видео. У инспектора Ковадло, наверное, какой-то фетиш по поводу документов. Все, кто не предъявляет ему документы с первого раза, он делает несколько предупреждений, после чего применяет физическую силу и шьет статью неповиновения. Вот. Так же произошло и с Евгением. Его отвезли в участок, надели на него наручники, вы сейчас все это увидите. Вот. На данный момент идет еще разбирательство в прокуратуре. Евгений говорит, что дело затягивается уже очень долго. Происшествие это произошло в сентябре этого года. До сих пор никаких результатов по расследованию прокуратура к данному инспектору не вменила. То есть все пока еще стоит на месте. Значит, что касается последнего происшествия, когда на автозаправочной станции инспектор Ковадло не убедился, не смог посмотреть удостоверение личности и кинул человека об асфальт, после чего в наручники заковал его и отвез в райотдел. На следующий день состоялся суд. Также видео суда вы увидите у меня здесь на канале. Я выбрал самые, по моему мнению, интересные моменты. Полную же версию вы можете посмотреть на канале Евгения, я тоже оставлю ссылки. Интересное видео, можно для себя подчеркнуть много интересного. То, как работает адвокат по данному делу, то, как ведет, то, как строит линию защиты полиция. Что хочется отметить из интересного? Ну, сам суд, конечно, меня очень удивил, потому что данное действие, которое происходит на видео, трудно назвать судом, в моем понимании лично. Мне кажется, что оно проходило в какой-то либо оранжерее, либо ботаническом уголке. Все происходило вот как на кухне. Вот собрались люди и решили, кто прав, кто виноват. Значит, что, судья, как обычно, пыталась запретить видеозаседание, вот, но по нашему законодательству нынешнему это сделать не так просто. Всячески возражал инспектор Ковадло, чтобы тоже велась видеозапись, но несмотря на это мы имеем возможность посмотреть, что же там происходило. Значит, что выяснилось? Выяснилось, что, оказывается, у инспектора Ковадло уже есть отмененные постановления по статье 130. То есть были случаи, когда он фальсифицировал, и суд это признал. Постановление по 130, кто не знает, это управление транспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Также, что хочется отметить, это то, что инспектор Ковадло свято верит в то, что меня искренне удивило, что административное постановление само по себе является доказательством вины человека. То есть, если вас остановили за какое-то правонарушение, не имея каких-либо доказательств на вас оставили постановление, это само по себе уже доказывает суде вину. Он об этом заявил в суде. Вы тоже сможете послушать, тоже сможете насладиться этим моментом. Значит, суд, забегая вперед, скажу вам, что принял сторону, естественно, водителя, отменил
отменил 185-ю статью непокору этому инспектору Кавадло, после чего потерпевший со своим адвокатом направили заявление уже в прокуратуру на действия сотрудника полиции инспектора Кавадло. Это, забегая вперед, также скажу вам, что это 365-я статья, которая может повлечь за собой заключение 2-5 лет. Я, конечно, сомневаюсь, что данный инспектор реально заедет на срок. Но сама тенденция того, что люди не опускают руки и всячески пытаются доказать свою правоту, она приятно радует. После выхода первого сюжета многие просили рассказать, как конкретно стоило бы действовать водителю в данном случае, в подобном случае. Скажу, что если вы уверены в себе, если вы видите силы парировать инспектору в правовом поле, вы, конечно, можете ссылаться на законы, которые вам дают право, в принципе, отстаивать свою позицию. Но, посмотрев вот эти вот кадры с инспектором Кавадло, я понял, что это бесполезно. Очень трудно спорить с человеком, который, в принципе, законодательство трактует так, как ему удобно, а очень трудно ему парировать с точки зрения закона. Поэтому, ну, если вы ничего не совершали, конечно, лучше, наверное, 25 раз Кавадло этому показать удостоверение, дабы не быть ударенным об пол, об асфальт, но все же следует не оставлять это без внимания. Все подобные диалоги, все встречи с полицией старайтесь фиксировать на видеокамеру, чтобы у вас была доказательная база, чтобы можно было с этим обратиться в суд, чтобы можно было наказать таких нерадивых инспекторов полиции. Также хочется отметить, что Владимир Кавадло после случая с Евгением, которого он вытащил с автомобиля, бравировал на своей страничке ВКонтакте и опубликовал это видео, дабы его друзья и знакомые смогли оценить, какой он бравый человек на службе. Но ситуация обернулась против него, и на данный момент прокуратура рассматривает, что же делать с ним по данному происшествию. Плюс ко всему, к этому происшествию добавилось еще и новое. Я думаю, что на месте руководства полиции нынешней в Киеве, я бы как минимум Владимира пригласил бы на внеочередное прохождение аттестации, чтобы он еще раз, наверное, доказал руководству и админпрактике, что он способен нести такие серьезные полномочия, владеть такими серьезными полномочиями, как сотрудник полиции, что его можно выпускать на линию для работы, потому что на данный момент многие люди, которые посмотрели сюжеты, оценили этого инспектора как неуравновешенного и как непригодного к несению службы на дороге. Поэтому задумайтесь, руководство, пожалуйста, может быть, не надо доводить до того, что кто-то из граждан Украины все-таки посадит вашего полицейского в тюрьму, может быть, просто его надо научить, как правильно действовать, может, ему нужно объяснить правильно, и тогда он сможет быть полезен для общества, а не опасен, как сейчас. Друзья, смотрите видео, ставьте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до встречи, еще будет очень много интересного. Пока. Посвідчення. Найшла інформація, що водій в даному авто з ознаками алкогольного сп'яніння. Ага, ну далі. Пред'явіть посвідчення водія цих паспорт. Є підозра, що ви вчинили адміністративне правопорушення, а саме керували авто з ознаками сп'яніння. Когда? Где? Тільки що. Тільки що сюди ви повернули і ми вас не догнали. Ви нас догнали мене? По-моєму, ви підійшли, коли я стояв. Да, ми сюди заїхали і побачили, що ваше авто припаркувалося. Ага. Крім вас, я тут начебто не бачу більше людей. І що далі? Пред'явіть посвідчення водія, техпаспорт. Я рухаюсь зараз. Не ламайте автомобіль, пожалуйста. З'їжджає колега, якщо він опознає, що це ви були за кермом. Я маю всі підстави доставити вас в райвідділ для встановлення особи. Для чого? На 3 години. Пред'являйте паспорт. Вопроси мені? Блокнотик я нічого вам не дозволяю переписувати, поскольку це персональні дані. Та це вже, ну... Що це вже? Вас ніхто запитувати що? Не буде. Що? Ніхто не буде запитувати? Поліцейський. Переписувати мені. Я зараз закрою окошко і з вами розмовляти не буду. Списи на оперативну групу сюди визов. Та визивайте, раді Бога. Поняли или ні? Куди? Тілесні ушкодження? Які тілесні ушкодження? Руку убрав! Руку убрав! От автомобиля руку чинить. Брал. Двери відчиніть. Я тебе зараз так відчиню. Двері відчиніть. Алло, не ламай двері, двері закрита. Приватна власність. Двері відчиніть. Ти що? Успокойся. Успокоївся. Двері відчиніть. Успокоївся, я сказав. Ей, алло. Я зараз... Бля, ви що, взагалі оборзіли, ребята? Ніхера себе. Двері відчиніть. Я на месте стою, не ломай дверь, урод! Дверь не ломай! С машины выйти! С машины! Дверь не ломай! С машины выйти!
Алло! Придурок, да не ломай, блядь, я спокойно. Руки за спину, руки за спину. Мобиль еще рассказал. Фиганы, ребята, вы что, вообще не понимаете? Я хорошо понимаю, не лезь. Ты что, неадекватный или что? Посмотри. Они избивают его, просто номер патруля 10-81. Представить, что никто не захотел, меня начинают тоже бить. Я заявляю. Мне как повезло, вчера я с любимым об этом. Вот тому оно вам не припало. Тому оно мне припало. Было бы поздно, было бы легче. Так, 12-21. Подходите. Нам не спортсмены. Вильные слухачи, отходите. Виновники для торжества. Подходим. Вы нарушили правила дорожного движения. Это, ну, это не человек, конечно, вы не докажете, что я хотел повернуть. Да, но можно поворачивать за 50 метров. Свечение, так что я уже вам предъявлял. Предъявить? Да, ваше правило, что я хотел. Ну, я человек вынужденный. Я буду вынужденный доставить вас. Я только хочу должен, чтобы я не понял. Я вас еще раз поправляю. Напишет в Адикам? Спросите. Конечно, конечно. Я буду представлять интересы этого молодого человека. Я вас еще раз поговорю, если вы знали, ну, я вам представляю ему и вам. Для установления особы, а также для складания административных, я буду вынужденный представить вас до обходства в линию полиции. Третий раз поговорю. У вас на камеру зафиксировано это? Я буду зафиксировать. Спросите, зафиксировано на камеру? Но он неадекватный, он сейчас может баллон применить. Давайте вызовем... Я вас еще раз... Он отказывает руками. Уберите, пожалуйста. В сторону. Ты что, неадекватный или что? Посмотри. На живот! Борьба. На живот! Что это творится? Вы видели? Просто, блядь, оформляют этот самый. Посмотри. Нарушил полосу, блядь. Это неадекватный человек. Посмотрите на него. Так снимайте, наверное. Я снимаю, все снимаю. Алло, добрый день. Пожалуйста, под... Патрульно патруль. Алло, добрый день. Пожалуйста, экипаж на улицу Елены Тилики, заправка Авиас Плюс. Заправка на Тилики, подниматься наверх на дорожочек. Ну, ваше чай, дайте все разумеете. Это прикольно. Я особо увидел полицию, потом доставил. Да. Патрульная полиция, вычеркнула граждан на Ябра, субъективно, фамилия Урсеку. На видео за Урсеку, да, за Ламазу, да, конечно, да, 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 ваша честь. Я хотів би взагалі ситуацію говорити і надати давайте пояснення від мого довірителя. Як ми побачили на даному відеозапису, поліцейський спочатку, з самого початку, розмовляємо
матеріали складені по 185 статті, це у нас є, що це не виконання законної вимоги працівника поліції. По-перше, чи була ця вимога законна? Особа стояла. Якщо особа не порушила правила дорожнього руху, то згідно 268. Шановний, ви знімаєте, у вас є заява про проведення відео? Це ми могли зробити, ви не можете. Це у нас не потрібно. Ви не можете вивчити. Скажіть, будь ласка, це відкрите, ви знімаєте. Одна сторона може бути згодна. Мене можете знімати з другого боку. Одна сторона може бути згодна, інша сторона може бути згодна. Я ж не усложнюю, я тут добре, я буду все же знімати. Ну ви не проти? А ви не можете бути проти. Ось, саме в 268 статті написано, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, вона має право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, розгляд справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця, галузі права, і за законом має право надання правової допомоги особисто, ну і так далі. Це все зрозуміло. Чи була ця вимога закону? Де, згідно 268-ї, надані докази, що він порушив саме правила дорожнього руху. Щоб потім отримати документи від водія і скласти адміністративні матеріали. Чи була ця вимога законною? Саме законну вимогу повинна виконувати особа. Їй не пред'явили докази вчинення неадміністративного правопорушення і зобов'язують їй пред'явити документи. Я вважаю, що в даному випадку складу злочину, передбаченої статтею 185, Кодексу України про дим правопорушення, тут підсудні склад адміністративного правопорушення, особи не мають умисну. І не було. А поліцейські перевищили свої повноваження. От і все. Тим більше, знову ж, наручники до нього застосували. Це спецзасоби. Вони застосовують в тому випадку, коли є реальна загроза життю або здоров'ю поліцейського або оточуючого. Немає. Її не було цієї загрози. Так, можна вашу книжечку? Спасибо, сказати. Не можна свою перебувати. Цього? Такого? Ні. Зараз наркотики мені підходять. Де ви кажете, застосовуються кайданки, по-перше, у випадку лише загрози, коли загроза є. Я вам зачитаю просто статтю із кодексу, із закону України про поліцію. Ось я вам дав, і стаття відповідає. Стосування спеціальних засобів. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються. Ви читали цю статтю? Ні? Ну, читайте, голос, добре. До особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти. Намагався він декілька разів покинути місце. Я його бачив, що він намагався. Це відео людини, яка відійшла минут через 10. Це доказ є конкретний. Він не тікав і не намагався втікти, і опір він на вказівки залишатися на місці та не покидати місце оформлення адміністративного матеріалу. Особа не слухала. Під час затримання особи відбулося, протокол обміну затримання є. Також друга причина застосувати кайданки. Під час конвоювання доставляння затриманого або заарештованого доставляли ми до обласного управління поліції. Відмітка про доставку є, будь ласка, ознайомтесь. Якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі та оточуючим. Я не знаю, я не встановив, що це за особа. Так як особа мені отаким чином пред'являла, як ви кажете, це ваші судження. Якщо особа на відео ховала посвідчення водія, то значить вона пред'явила. Це ваші судження. Як ви можете ґрунтуватись, якось ссилатись на свої судження в судовому засіданні? Ви бачили це чи не бачили? Я ссилаюсь не на судження, я ссилаюсь на закон. Я вам кажу. На закон. Те, що я бачу. Таке пред'явлення. Я не знаю, що це за особа. Почекайте. Я не хочу бути застреленим. Якщо не перебувати. Вам пред'являли документи чи ні? Все, в мене більше питань нема. Ні. Все, вам документи не пред'являли. Я зрозумів. Це вже третій раз. Ну, пред'явив він документи? Це він пред'явив. Він пред'явив? Він пред'явив. Там пише, що він по батьку, він номер
Я прошу вибачення. Я дуже вас прошу вибачення. Давайте, якщо ми дивимося в відео, я хочу слухати ще. А не слухати вас, це момент. Добре? Я просив з'ясувати лише одну. Ми продовжуємо дивитися. Давай, я не могу. Сторону тримати, будь ласка. Що, камера в сторону, коли знімається, не підходить, ясно? Ближче не підходить. Я знаю, що я чекав. Ближче не підход. Я обмежую територію оформлення мін матеріалів. Спектр патрульної поліції було важко, так? Я з ним закінчив, я до вас підійду. Я сказав, я обмежую місце оформлення мін матеріалів. Ближче не підходите. Фамилию тебе переписали, слова сказали. Ты нормальный? Ты нормальный? Так а ты что сделаешь, не? Чи ты делаешь там? Что? Ваши внутренние проблемы там, все видно. Фамилию, блин, переписал ты и все. Дай мне листик. Проблема в том, что напарник из передока фамилию записал. Вот так проявляют. Почему он читает? Я знаю, напарник даже называет мое имя. Ну, особо было установлено через свои базы. Тобто особа не було загрози ні життю, ні здоров'ю поліцейському, ні оточуєш, особа не намагалася втекти з місця чи скритися, особа не робила ніяких дій, ми бачили, що вона стояла на місці. От і все. Я ж кажу, завтра когось з нас головою по асфальт кинути. Якщо вам два рази пред'явили, щоб було на відео, два, а на третій він сказав, що скільки ж можна вам пред'являти. Ви до мене вночі прийдете до хати, скажете, прийдемо посвідчення, бо ти сьогодні вранці в 12-й годині порушив правила дорожнього руху. Ну... Те, це буква, в букві закону написано, підстави вважати. А у вас це на столі гінеколога. А в мене є доказ конкретний, що особа пред'явила документи. Все. Ваша честь, я вважаю, що складу адміністративного правопорушення 185 статті Кодексу про адміністративне правопорушення відсутній. Тому що особа, коли їй на першу вимогу, вона пред'явила свої документи. Що стосується автомобіля і її особливо близьке посвідчення. Хоча вона не повинна була їх приділяти, тому що не було доказів того, що особа вчинила. А внутрішні переконання, то вибачте мене, в законі, в кодексі про правопорушення, в такому пункті, як докази, там немає такого доказу, як внутрішні переконання. Адміністративна постанова, це вже є доказом. Постанова не є доказом, постанова є нормативно-правовим актом, який особу вже до чогось змушує. Докази можуть бути то, що написано тут, в тому числі протокол про одне правопорушення. Все, я не хочу більше цю ідею, і ваша честь. Все. Я все одно наскажу. К сожалению, сам момент оглашения решения суда я зафиксировать на камеру не смог, поскольку судья огласила решение просто моментально. Ну, не стала делать там вступительное слово, чем она керувалась, а сразу сказала, что в действиях гражданина не усматривается состава административного правонарушения, а, соответственно, значит, медаль должна повернуться обратной стороной, и теперь мы должны рассмотреть действия самого полицейского, то есть состав должен быть в его действиях. А его действия какие? Это, получается, значит, незаконное применение физической силы и незаконное задержание.